Вот она, вторая часть долгожданная, Бионда. Так, а что у нас? Мышка не работает, да? Управление. Спейс. Ладно. Так, музыка. Берем. Вот, это все сбилось. Ладно. Начнем. Первая игра была хороша. Немного доставали постоянное нападение монстров, ну да ладно. Глянь, как здесь. День второй. Опаньки. Пробел. Это был пробел. Озеро. Где у нас озеро? Один дерево, один камень. Так. Мотыга, мотыга. Морковка. Так.
Да, колодец. Так, где елка? Как тебя сажать-то? Я уже забыла. Ага. Отлично. Ну, все посыпало гриб. Нам же пригодится гриб. Как-то странно. День начинается со второго. Предметы делаются тоже со второго. Так, ладно. Вот он топор. Камень. Ты же камень. Так он не убиваемый, что ли? Топор, дерево, и как? Так. Как костер-то сделать? Рюкзак не открывается, это не открывается. Что происходит? Оружие не меняется.
Я хочу на самом деле найти кнопку, которая отвечает. Но не нахожу. Так, что ж, топор застрял. Застрял топор. Как же коням быть? Кони хочет пить. О, смотри, какая радость. Наконец-то костер построить. А, нет, костер я буду строить здесь вот. Да. Чего спать попусту? Когда у меня еще не вся бодрость высажена. Как же мне поменять инструмент-то? Улучшить. Как менять инструмент? Вот. Ура, морковки. Одна. Ага, все ясно. Ну, теперь отдыхаем. Так. Ловкость, носовость. Ну и какого? Так.
Так, сначала я что-то посажу. Морковку. Потом что там? Сделать факел. Да, сначала здесь вот всякого посадим. Много-много деревьев. Слабо было. А здесь мы посадим еще куст. И еще куст. Ну, прекрасно. Вот просто прекрасно. Все. Теперь побежали куда? Куда мы бежим? И чем же их надо побеждать? Как же тут все-таки менять? Опять это занудство с монстрами. Давай-ка наступим дерево, чтобы на топор поменять. А, это сама расстреляет. Ну, отлично. Где наш третий друг? Да, без нее такой халявы не будет. Мой лут. За дурацкой болтовней потеряла лут. Так, а как же колодец?
Ты уже? Как же? А, камень. Нужен камень, да? Простите. Ну, тут ничего, кроме костра. Какая-то прям досада. Почему же? Ну что-то с багами игра пока что. Наконец-то. Ну-ка, что надо? Так, строить. Где-то тут. Да, вот тут и построим. Что нам стоит здесь построить? Просто стукнем, будем пить. О, теперь я здесь могу посадить. Как сажать-то? Как мотыгу? Да ё-моё. Эта штуковина 64. Так. Вот тяпка. Отлично, теперь мы будем сажать, посеять макоху. Еще колодец. Не жирно ли будет? Его никак улучшить нельзя. Ну, полностью нет. Хохонюшки. Значит, нужно будет ломать камень. Бум. Ты смеешься, как идиот все время. Ну что я могу ему продать? Это купить.
Хорошо, а как продать? Так. Ну и что у меня тут есть? Ну, давай. Продадим лайма слизь. Белый гриб. Красный гриб. Золотая руда. Не буду продавать. Жадная я. Ладно, не нужно. Грипп. Гриб. Хорошо. Гриб. Все, свинтил. Ну ладно. Ну и ладно. А, мне нужно срубить дерево. Можно срубить дерево. Так, здесь что-то валяется. Так. Наверняка мне нужно срубить дерево. Ну, куда рубить? Так, мы тут меняем на тяпку, а никак. Да. А, зараза. Так, ладно. Хватает на колодец? Хватает. Вот, теперь я могу посадить здесь. Так, блин. Что случилось? А, я про тебя забыл уже, дружище. Так. Посеять. Хлопок. Неподходящее время. Ох ты, боже ты мой. Какой черт твоей бабушки противник? Зачем мне тут нужен?
Где? Где вот? Ага. Тик-тик-тик-тик-тик. Где этот враг? Все или еще есть? Весна, лето, весна. А сейчас у нас что? Ну ладно, пусть будет еще морковка. А то раньше такого не было. Весна, не весна. Так, тяпка. Ага, вот. Надо сажать. Надо сажать. Лес. Чего? Ах, вот оно что. Ну и как я должна поесть? Как мне надо поесть, если у меня эта гадость не работает? Инвентарь. Но хлеб у меня у самой есть. Грибы, вот как-то куда не добраться. Так. Озеро, вся фигня. Как ему покушать? Как ему покушать? Oh.
Ладно, может быть, тут можно покушать. Урожай. Ах ты, зараза, вот оно, лето пришло, а я-то. Вот опять та же фигня. Так, посеять хлопок. Хунюшки. Игра один в один с тем, что было. Что там немножечко графика улучшилась. Боевочка, кажется, немножечко улучшилась. А вот то, что она не готова, то да. Сбрасывается, да? Какая досада. Как поесть? Инвентарь. Ну, прям... Ладно, пока в нее нельзя играть. Похоже, что надо выйти и отложить, пока глюки не исправятся. Но это бетка, так что нормально все. Значит, не меняется здесь инструмент. И поесть нельзя. Ну вот прям никак. Ну, в принципе, игрушечка милая, кажется, графика немножко улучшилась. Надо посмотреть свое старое видео, чтобы сравнить.